Уже вторую весну подряд общество людей с ограниченными возможностями «Вильтис» организовывает открытый праздник для всех желающих. Весенний праздник был наполнен отличным настроением, музыкой, песнями и теплым общением. Это уже второй подобный праздник. Год назад родилась его идея. Мы хотели акцентировать, что нормальные дружеские отношения создают сами люди. Мы решили проявить инициативу, показать это и обратились за помощью к сотрудникам компании «Пеньки континенты». Люди с ограниченными возможностями такие же, как и все. Цель этого мероприятия – пропаганда идей понимания, человечности и дружбы. Очень важно увидеть, на что способен человек с ограниченными способностями. Мы хотим показать людям, которые нас окружают, кто мы такие, чтобы они нас лучше поняли, оценили и увидели, что мы не только что-то просим и хотим взять, но и очень много готовы отдавать. 2011 год был объявлен годом волонтерства, поэтому во время мероприятия не были забыты все, кто помогает людям с ограниченными возможностями. Развлечений во дворике друзей организации «Вильтис» компании «Пеньки континенты» хватило всем. Выступал ансамбль, состоящий из членов общества, а глаз радовали красивые, передающие душевную теплоту самодельные работы людей с ограниченными возможностями. Многие из этих детей и молодежи из-за своего недуга не могут усвоить академические знания. Другим сложно адаптироваться в быту и социальной жизни, но большинство из них одарены Богом, у них множество разных талантов. И они создают волшебные вещи. Я бы никогда не смогла сделать такие работы, как они. Такие красивые картины, изделия из глины и кожи, керамики, цветы. Все. Общество «Вильтис» объединяет людей с нарушениями в развитии и членов их семей по всей Литве. Поэтому в празднике принимали участие гости из Утины, Шакяй, Биржай, Рассеняй, Лаздияй и Мариамполя. Надеемся и дальше поддерживать дружеские соседские отношения и увидеться на этом прекрасном празднике в следующем году.